Праздник «Граната» – традиционный фестиваль культуры «Граната» включен в репрезентативный список ЮНЕСКО от Азербайджана. Также в репрезентативный список ЮНЕСКО по нематериальному культурному наследию человечества вошло совместно представленное Азербайджаном, Ираном, Турцией и Узбекистаном искусство миниатюры. Соответствующие решения приняты на 15-м заседании Межправительственного комитета ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия, проходящем с 14 по 19 декабря в Париже. Предложения от Азербайджана были представлены в комиссию ЮНЕСКО благодаря поддержке первого вице-президента Азербайджана, президента фонда Гейдара Алиева, посла доброй воли ЮНЕСКО Мехрибана Алиевой, совместной деятельности Министерства культуры, Министерства иностранных дел страны, постоянного представительства Азербайджана при ЮНЕСКО и Национальной комиссии по ЮНЕСКО. Напомним, на сегодняшний день Азербайджан представлен в репрезентативном списке нематериального культурного наследия человечества 15 элементами. В свою очередь, в списке объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в Азербайджанской республике значатся три наименования –